Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру The Search. Ну что ж, я, в принципе, прокачался. Мы с вами теперь 44 уровня. Немножко не хватает еще на один уровень, чтобы открыть последнюю ячеечку для импланта. По имплантам я поставил себе усилитель агрессии версии 2. Все остальное пока так, как есть. Плюс по снаряжению я улучшил голову Гаргоны по максимуму. Она, в принципе, это получается лучше. Но так как у нас везде кислота... Пока мы не будем менять. Но когда мы спустимся уже, спрыгнем в яму, я тогда поставлю голову, и я еще улучшил одну руку. Рука, кстати, тоже получается сильнее, плюс сила удара у нее тоже выше. Скорость атаки никак не влияет. Так что посмотрим, как это будет работать в деле. Не хватает, опять же, на усиление брони. Требуется еще более улучшенный энергоблок, чтобы все это поставить броню. Но, как я уже говорил, у меня нет только последней части, это тело. Охранников пока я больше не встречал. Мы с вами идем по короткому пути. Сразу вниз. Пошли вон. Кто хочет, давайте спускать сюда. Нет? Тогда отвалите. Ну, отлично. Окни включены. Все прекрасно, все замечательно. Туда надо как-то попасть. А, вернее, сюда вот. Во. Может быть, туда как-то перепрыгнуть? Допустим. Допустим. Электромагнит? Что еще за электромагнит? Это новый модуль для дрона нашего. Притягивание врага. Расход энергии 24. Зачем? Ваш дрон заряжает мощный магнит, притягивающий небольших и человекоподобных противников. То есть пока они притянуты к тебе, я могу их спокойно бить, что ли? Это надо пробовать, но я что-то не хочу этим заниматься. И, скорее всего, для него потребуется энергия. Меня, в принципе, пока мой с бластером устраивает. Ладненько. Так, давай теперь как-то надо здесь аккуратно спрыгнуть. Ага. Понятно. Вернемся тогда. Ясно, где мы здесь оказались. Ничего страшного, еще раз пробежимся, зато взяли вкусняшку. Так, у нас там первый парень, он лежачий. Подожди. А где парень, который лежит? Не понял. Вообще никого нет. Блин, ну потом прогрузится и будет полная Ж. Серьезно. Хочешь сказать, нет одного противника? Да быть такого не может.
постой на месте. Ага. Сейчас, понял. О, неплохо так восстановился. Ну вот, они прогрузились все. Они, блин, взяли и прогрузились. Вообще прекрасно. Хорошо, идем дальше. Тебе вообще есть бить резон? Он просто падает и все. Ну и хорошо. Ну и замечательно. Так, осторожненько, осторожненько. Сейчас. Что-то меня заразил опять тварь. Ну? Да ты издеваешься, что ли? Ну, ты засранец. Что это такое? Решение, тест на токсичность 1-1 растения. Окей. Решение, тест на токсичность 1 подопытные добровольцы. Ой, там вообще 80 уровня требуется. Так, а что у нас здесь? Это ты что перезагружаю? Ход выполнен чего? А, куда-то туда получается. Да ладно. Серьезно? Паук? Вот в таком замкнутом пространстве драться? Ты издеваешься? Идешь сюда, нет? Давай, давай, давай. Фух. А могу я так аккуратно пройти, чтобы его не трогать? Блин, там что-то есть. Мне и наверх можно попасть. Блин, ну драться с ними надо по-любому. Ладно, попробую тогда я сейчас опять этого ближнего боя. Может быть, получится мне накопить энергии. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да ты куда? Да ты будешь его бить-то сегодня, нет? Куда? Опять все аптечки просрал, ё-моё. Это аудиозапись. Ну, давай возьмем.
Я начинаю переживать за Эда. С тех пор, как мы начали вживлять членом нашей команды нейросети, он не в себя. И да, мы проверяли его имплантант, и не раз. Боюсь, у него какое-то психическое расстройство. Он все больше теряет связь с реальностью. Мы проводим опыты на людях уже больше года. Мы не занимаемся разработкой, а он наш главный специалист по программному обеспечению. Но он уверен, что его мысли ему не принадлежат, что в его голове есть кто-то еще. Жуть, полный бред. Так вы тут что, еще и опыты стали, что ли, над людьми? Блин, ну опять ни одной аптечки. Ну ни одной аптечечки же нету. Отлично, тут дверь для охраны. Ну хорошо, в следующий раз, по крайней мере, мы можем просто спокойно его обойти, да, и не трогать. Пошел он в попу. Пошел он в попу. Сразу в лифт можно будет тогда ехать. Блин, ну опять ни одной аптечки нет, а? Ну что ты будешь делать? Они какие-то сложные противники. Вот это, наверное, самый сложный из всех, которые пока были. Они, получается, блин, даже сложнее босса. Босс так не выносит-то. А эти чуть ли не ваншотят, блин, это какой-то бред. Я, в принципе, получается, добрался до оранжереи. Тут-то есть, что ли? Ох ты! Ладно, будем иметь в виду, что там в кустах ныкаешься. Туда не пройти. Ага, привет. Да сейчас. Вот и все. Ладно. Скрытный парень. Допустим. Климатическая зона Евразия. Так, там какой-то чувак ломится. Здесь все закрыто. Ты издеваешься? Опять пауки? Он еще и встал. Не, я вон того подожду. Так, подожди, мне нужен тогда дрон, который стреляет. Ну вот, выдели ты его. Пожалуйста. Выдели. Вот в чем сложность его выделить? Скажи мне, пожалуйста. Вон он стоит. Чтобы аптечку бы дали бы за него. Хотя толк от этих аптечек. И тут получается этих паукообразных двое, блин. Я прям их с ног сбиваю. Просто шикарно. Оздоровительная инъекция версия 3.
Версия 3. А, у меня версия 1, кстати. Ну-ка, где она? Вопрос на миллион. Понятно, что она восстанавливает здоровье в 2 раза больше. А вот количество ее в 2 раза больше. Шесть или все-таки также 3? Вот в чем еще загвоздка. Есть также 3, то, блин, мне тогда лучше надо все 3 таких же поменять, версии 3. А пока только 1. Вряд ли они будут вместе стоять, их надо будет переключать. Это я не хочу так делать. А по здоровью я сейчас не могу никакой имплант поставить, да? Да, у меня только по энергии ячейки, больше запчастей. Да-да-да. Владение вот можно поставить. Ну, не знаю, по-любому нам дальше-то никак не пройти. Либо возвращаться. Но опять же, возвращаться каким образом? Я не знаю, как сюда вернуться. Придется умирать. Придется умирать. Может, я сначала пока с тобой? Прыгивай, прыгивай! Прыгивай! Ох ты, да! Красавчик! Вот это я не рассчитал сейчас. Реально не рассчитал. Ну, в принципе, это было предсказуемо, что я умру. При таком количестве аптечек это не вариант. Сколько у меня? 4000 запчастей. Ну, это, конечно, много. Это много. А если сейчас я вот эти вот все использую свои расходные материалы, я-то пособирал очень много. Может быть, не хватит на уровень? Ну, по идее, должно хватить. А, нет, не хватит. На уровень не хватает. Но можно поставить костюмчик, кстати, себе. А, нет, улучшить, по-моему, тоже его не могу. Мне не хватает запчастей для улучшения. Да, руку я не могу. Мне надо будет силовой регулятор 2 уровня набивать. Ноги я тоже не могу улучшить. Потому что нет пневмоспиралей. Окей. Я могу поставить только голову и 1 руку. В принципе, я это так и сделаю. На правую поставлю. Блин, ну 4700 я, получается, уже просрал-то точно. Потому что пока я до них дойду, ничего хорошего не будет. Отлично. Идем. Так, мне нужны руки. С вас-то руки сама то набивать. Самое то. Хотя это 1 уровня получается. Нет, нет, нет. Сначала вот эти вот летающие твари. Сначала вот эти летающие твари. Please notice, decontamination has been initiated. Не понял. А где эти мелкие твари? Safety,
Просто прекрасно, вообще молодец. Ты серьезно, что ли? Жесть. Серьезно. Я уже две лечилки потратил. Две. Сначала вот этого летающего. Где он? Нет его? Ну, черт тогда с ним. Кто-то разбился? Ну, хорошо. Так, с этим-то проблем не составляет. Вот и все. Он ушел. Ты издеваешься, что ли, блин? Все, тихо-тихо-тихо. Все, тихо-тихо-тихо. А, кстати, что вот это вот я перегрузил? Я что-то не понял так. А, может быть, это лифт? Как раз, наверное, лифт. Давай, дружище, сюда давай, слышь? Кстати, пока едешь в лифте, то время останавливается. Это очень классно сделано. Только опять, наверное, будет сейчас проблема, да? Поехать. Не, ну 4700 это я просрал, это однозначно уже. Я не успею их даже взять. Тут даже это не обсуждается момент. Там еще один. Ну ты издеваешься, что ли? Так, руки, руки, руки. Отлично. Спасибо. Вот с этих-то рук-то и выпадут то, что мне нужно. Далеко, да, мои запчасти? Ой, далековато-то. Еще и ты откуда тут взялся? Да не успей их взять, дружище, успокойся. Блин, а в тот раз, по-моему, его и не было. Ладно, ждем этого. Мне нужна рука еще. Ну, рука мне нужна была, твоя, дружище, и добить надо было тебя. Ладно, давай попробуем туда тебе. Хотя и ноги-то тоже нужны. Серьезно?
Мне столько аптечек не хватит, чтобы двоих-то убить. Это однозначно. Еще и тварь эта летающая откуда-то взялась. Слышь меня? Я тут, чуешь? Давай, ближе. Фух, допустим. Так, давай вот с этим, наверное, разбираться. Прекрасно. Ай, молодец, красавчик. Красавельчик. Как меня колбасит-то, вообще класс. Блин, долгий путь до них. Очень долгий путь до них. Серьезно. Теперь я 3000 просру. Но я сейчас буду просирать, только так. Так, не хватит мне там. На что-нибудь. На руку не хватает, на ногу тоже не хватает. Я, в принципе, ноги-то еще пока не выбивал. Но вот на руку пока не хватает. Ладно, хорошо, запомним. Требуется еще рука. У меня есть какие-нибудь расходные материалы? Ну, это мало. Это реально мало. 7300 всего лишь. Против 10 тысяч. Который требуется еще на один уровень, на 45-й. И можно будет ставить имплант. Интересно, а если он будет у меня прыгать, если я поставлю блок, я смогу отбить? Мне кажется, вряд ли. Ну, вставай. Ну, блин, красавчик, молодец, вообще его добил. Куда он пошел? Иди сюда, чувачок. Допустим. Быстрый способ пока своих убить. А вот это уже не быстрый. Странно, куда делись летающие твари. Опять, наверное, потом прогрузится. С позднячком. Ну и надо как-то, получается, мне сейчас здесь... Допустим. Так, ну это все будет первого уровня. А мне надо второго. Это все не то. Это все не так. Но этого летающего там и грохнули. Серьезно?
Да уж. А я думал, ты умрешь. Как обычно, туда улетишь, да и все. Чё-то в этот раз с тобой так не получилось. Кошмар. Давай восстановим свою выносливость. Иди сюда. Ах ты, блин. Серьезно? О, да. Да какой кошмар! Тихо, 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 этого только не разбуди, Васька. Опять, блин, с 5 аптечками. Чё за бред? Как я с этими, блин, долбанными паукообразными буду драться? Я не представляю опять. Блин, ну опять 5. 4 уже успел. Ну, на таких-то противниках можно, блин, уже не тратить. Блин, это очень долгий путь. Это очень долгий путь. Это реально долгий путь. Так, мне нужно... О, руки. Да ты издеваешься, тварь! Чё, и руки не дал, что ли? Офигеть. Ну хотя бы здоровье восстановил, уже плюс. Так, ладно, этот, в принципе, он получается у нас. Да ты... Твареныш, а? Ты даешь то, что мне не нужно, в принципе, сейчас. У меня этого навалом добра. А вот ты-то мне и нужен. Нет. Тогда давай в эту руку. Че, и руку не дал? О-о-о, засранец. Так, где теперь этот-то Васек? Рука мне не нужна. Хотя, в принципе, смотри, я смогу забрать свои запчасти. Отлично! Я даже его не потревожил, а забрал свои запчасти. У меня теперь их 7000, блин. 7. Так, рука, рука. Вот, отлично. Спасибо. Красавчик. Красавчик-то красавчик, как с ним драться-то опять? С тем я пробовать не хочу драться. С этим проще. Здесь останутся мои запчасти, я хотя бы их подберу. Сейчас. Ага, сейчас. Оу! Да ёб твою налево.
Фух. Но это без теперь аптечек. Это плохо. Это плохо. Так, а тварь летающая здесь, где она находится? Блин, ну теперь вот с этим драться надо будет. Отлично. Ух ты, да ладно, серьезно? Фух, добил. Ё-моё, добил. И еще при этом заработал 3 аптечки. Фух, ху-ху-ху. Можно танцевать. Так, какое-то сообщение. Что-то еще полезное может быть. Куда не попадешь. Тут ничего полезного нет. Фух-фух-фух. Тут вроде спуска тоже никакого нет. А, ну вот и панель. Lockdown deactivated. Reinitiating systems. Attention. Access restrictions for this sector have been revoked. Please return to your designated workplaces. Ну-ка попробуем. А, у меня сейчас не тот дрон стоит вообще. А, нет, подожди, тот. Сможешь? Нет, тоже нужен ботекс. Хорошо. Везде нужен ботекс. Без ботекса никуда. Ладно, получается, мы с вами открываем только вот эту дверь. Тогда почитаем сообщение. Я знаю, что ответ где-то здесь. Он у меня прямо под носом. Я чувствую его. Но где? Да, я виновата. Не сразу поняла, какие долгосрочные последствия могут быть у решения. Гутенберг и компания так торопились с запуском процесса, мы не успели провести все испытания. Ладно, что теперь об этом говорить? Но я еще могу все исправить. Ключ ко всему — решение. Надо только понять, какие именно элементы токсичны. Угу. Окей, хорошо. Да ладно! В трех шагах от среза? Серьезно? Офигеть. О-о-о, чувачок. Это что у тебя такое за орудие? Какие-то новые, да? Я могу взять твое оружие? А где паучки? А, они дают мне твое оружие. Все-таки это оружие получается, а не рабочий инструмент. Ну хорошо, допустим. Получается, паучков нет. Появился какой-то чувак с огнеметом. А, так он еще и не один. Ну ладно, допустим. Тогда мне нужна твоя... Не знаю, тогда рука, что ли? Не, ну пусть ближе подойдет, чё? Чё нет-то? А то там везде кислота, драться неудобно. Давай, чувак. Давай, я знаю, ты сможешь. Красавчик вообще. Просто красавчик. Хорошо. This isn't about
Я, в принципе, сейчас могу вернуться наверх, да, и пополнить запасы аптечек. Это будет круто. Но меня вопрос смущает. Ладно, здесь паучков нет. Хорошо, от них мы избавились. А с этой стороны? С этой стороны он есть? Мне нужна помощь. За мной пришли из Крео. Я смогла сбежать в лабораторию. Пока что безопасности, но не знаю, надолго ли. Прошу, мне очень нужна помощь. Не похоже, что их прислали, чтобы просто меня задержать. А, так это работники Крео? Нет, а вот здесь паучок как раз на месте стоит. Здесь он стоит на месте. Так, сколько у меня запчастей? 14 тысяч, я могу, в принципе, прокачать себе уровень. Ой, а здесь паук. Не-не-не, друзья. Я хочу вернуться тогда. Вернуться на базу. Да, сейчас. Так, где эта мелкая тварь, которая здесь летала? Ладно, хорошо. Я пойду короткому пути. Я пойду по короткому пути. И также буду подниматься. Раз паучков, в принципе, нет. Можно, кстати, будет тогда подраться с этим здоровяком. Почему бы и нет. Хороший шанс, мне кажется. Эти-то с огнеметами, они никчемные. Отлично, прокачу себе уровень. Есть последнее место для импланта. Наверное, я поставлю здесь. Поставлю здесь. Кстати, вот эти вот надо будет разобрать. Их очень много дается. Повышать заряд энергоблока, он в принципе-то никчемный. Ой-ой-ой. Подожди, это что поставил-то? Вместо чего? По-моему, вместо выносливости. А, нет. На свободное место. Ладно, хорошо. Убрать. А, за тебя много дают. Целую 1000 запчастей. Один пусть останется на всякий случай. А, поставлю я, наверное, себе вот этот вот бесплатный имплант, медицинский сканер. Пусть отображает здоровье, потому что непонятно, сколько у них здоровья остается. Так-то хотя бы можно будет на что-то рассчитывать. Ну и что у нас там по уровню? В принципе, можно будет еще вкачнуть. Либо. Вот так вот оставлю все это дело. Посмотреть, что мы с вами можем прокачать. По идее, должны уже руку улучшить. Да. Руку мы с вами можем улучшить. Улучшаем. Теперь надо ноги добиваться. Голова есть, это все есть. Сразу я, наверное, себя поставлю, потому что от кислоты там толку сейчас никакого нет. Мы сейчас все равно пойдем с вами в другое место. С здоровяком пока драться я не хочу в кислоте. Так что пока пусть будет так. Защита 82, устойчивость средняя. Замечательно. Осталось только еще ноги. Кстати, а ноги они что дают? Какой бонус? Вообще без всяких бонусов, да? Тут хотя бы выносливость сокращает на минус 5% при уклонении. Но здесь защита будет выше. И плюс устойчивость будет средняя, это уже хорошо. Ладно. Продолжим тогда с вами уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.